когда на рассаде огурцов появляются 3-5 настоящих листочков, эту рассаду можно высаживать в теплицу. Главное условие – это температура воздуха. Она должна быть уже несколько дней, плюс 20 градусов и выше. Огурцы не любят холодную землю ниже 15 градусов, поэтому ждем неделю после ночной 15-градусной температуры в открытом грунте и высаживаем рассаду. Огурцы любят слабощелочную или нейтральную почву. Кислую не переносят, поэтому в лунку можно добавить золу или доломитовую муку. А также добавляем разрыхлитель, например, вермикулит. Зола дает калийную подкормку, вермикулит разрыхляет почву. Приблизительно полстакана на лунку. Высаживаем огурцы через 30-50 см. Глубину лунки для высадки рассады огурцов лучше не делать больше, чем сам стаканчик, то есть не заглубляем. Можно заранее пролить ямку, а после высадки обязательно замульчировать. Вообще хорошо растут огурцы на теплой грядке, особенно если ее заправить конским навозом или, например, органикой, травой. Трава преет, выделяет тепло. Для теплицы лучше всего использовать партенокарпические гибриды. Они не требуют опыления, их не нужно прищипывать. А вот пучковые сорта лучше формировать, удаляя боковые плети. Кстати, посев огурцов и дынь похож, поэтому их можно сажать в одно и то же время.